За 5 лет существования конкурс «Мисс Абахайск» прочно застолбил за собой место в культурной жизни республики. Это не просто конкурс красоты, где нужно уметь дефилировать и очаровывать взглядами и улыбкой. Здесь тот самый случай, когда не менее важны красота внутренняя и умение девушки представлять не просто саму себя, но свой народ и свою культуру. Конкурсантки не только пели и танцевали, но и готовили национальные блюда. Ну и самый ответственный этап борьбы – рассказ о себе на хакасском языке. Мин Галина Сазанакова полша. Мин пельтер роды. Олхара пельтерхи паза ах пельтерхи шаралша. Как и в других конкурсах красоты, возраст имеет значение. Самая младшая из участниц – 17 лет, самая старшая – 21 год. Примечательно, что в этом году одна из конкурсанток, Галина Сазанакова, была выбрана в результате голосования в социальной сети. Выбор народа совпал с сомнением жюри. Девушка стала второй вице-мисс. Звание первой вице-мисс удостоилась студентка ХГУ Юлия Ульчугачева. И вот кульминация шоу. Мисс Абахай, Хиспай Саин! Хиспай Саин родом из Аскисского района. Ей 20 лет, она учится в ХГУ и является участницей ансамбля «Кюнсузы». Помимо короны, она выиграла путевку в Крым на 8 дней. Все девушки прекрасны, очень красивы, и каждая достойна стать лучшей. Но победу присудили мне, и я очень этому рада. Сегодня счастливый день для меня. Впрочем, другие девушки не остались без поощрения. Мисс очарование, мисс грация, мисс элегантность. Граней у красоты много, и каждая из них была отмечена у той или иной конкурсантки. В итоге никто не остался без цветов, подарков и зрительского внимания. Марина Канадакова, Александра Сунчугашева, Иннокентий Араштаев. Вести Хакасия.